Так. Снайпер, бля. Ну что, тут не особо никакого сопротивления нету, бля. Охуел сзади. Она только осечками хуярит. Бля, вроде тут никого больше нету. Внутри. Ромео 1. Найдите переключатели и вырубите эту штуку. Черт побери, нет времени. А вот сейчас надо бы пожестче. Ромео 1. Выход энергии СЕЛ 65% и падает. Миссия завершена. Эвакуация из точки Дельта. Двигайтесь туда. Положение критическое. Вибрация достигает максимальной амплитуды. Всему вспомогательному персоналу... У меня другая идея. Думаю, тебе понравится. Как теперь вылезти отсюда, блядь? Мы открыли часовое окно на основную цель. На вашей позиции выдвигаются многочисленные войска СЕЛ. Не сорвите эту чертову миссию. Что за ебать?
Блять, а что у меня по прокачке? Доступно 0. Ромео 1, дорога на Нексус открыта. Я регистрирую непредсказуемое поведение. Нихуя 500 метров, ебать. Аппаратного обеспечения. Меня зовут Пророк. У тебя нет имени. Имена Затнись, есть у людей, а у тебя есть позывной и чертов личный номер. Без меня у тебя нет ни единого чертова шанса. Так что работаем вдвоем. Что, тут две дополнительные задачи найти источник СЭЛ. Доложи обстановку. Принято. Высотная оборонная система СЭЛ полностью отключена. Но это еще не конец. Думаю, дальше будет только хуже. СЭЛ отступают. Но они все запрутся на базе в Нексусе и постараются превратить весь этот район в огневой мешок. Будь осторожен. Надо визор включен. Как это надо туда пробраться, блядь? А, он ну там, он по прямой хуя да хуя. Данные. Так, там ничего нету. Что? Слази в погреб. Потом слазю, сейчас подождите, я через полчаса. Лук нахуй. Это что такое? Я вытянул. Прикрой! А чё он не стреляет? Блядь! Чё за хуйня? Где патроны, блядь? Не понял вообще, блядь. Находил вокруг. Я тебя прикрою. Быстрее, пока он не сбежал. Да я не собираюсь бегать. Нихуя себе. Олененок. Прикол. Выходи и сразись, трусишка.
О, стрелять начал, охуеть. Нановизор включен. Да нахуй тебе нановизор, ебанутый, блядь. Кемпер. Вылази, вылази, вылази. Давай, давай, давай. Готов. Так, ну, одна стрела есть, вторая есть, а где еще? Ебать, что он не забирает? А, все, 9 стрел, серьезно? У меня осталось 66 гигабайт памяти, ёбаный в рот. Боже, тут нихуя нет, да? А, мне не нужна стрела. Командир Ромео, Ромео 1. Я все еще в заперти. В лифте. Нужна помощь с возвращением на базу. Ромео 1. Спокойно. У нас есть дела поважнее. Ты прав, псих. К ней привыкаешь. Она мне начинает нравиться. Ерунда. Надя, люди, кто-нибудь есть тут, ёпта. Ромео-1, ваша основная цель в поле зрения. Устройство системы X в добывающем комплексе в нескольких сотнях метров под землей. А система управления прямо над ней. Тебе нужно найти путь наверх. Че там нас срочили? Плей. Визуальный контакт! Всех у входа в трубу! В атаку! Всех убит! Да я ранен! Идут еще! Нужна подмога! Не пускайте их за хренух! Они войдут в центр! Понятно, блядь. Что это? Хуй его знает, почта какая-то. Ёп, так это что, она на костюм был, я его на дамбе хуй взял. Ебать оконченный, бля. Я не знал, бля, что это хуйня на это, прокачка. Так, что тут у нас, увеличение на 33. Ослабление действия пули. Маскировка на 50% быстрее. Удар на огонь не нужен. Защита от темя не надо. Бросок не надо. Броня крепче. Да, броню. А в смысле? А, на нее 3 надо очка. Больше времени маскировки, да? Да. Все здоровье, быстрее остальное критическое состояние 20%. Ну похуй, нормально. Оказывается, там прокачка была, ебать. Ромео-1, ситуация критическая. Сел продолжает работу Нексуса без матрицы стабилизации. Весь объект может рвануть в любой момент. Начинаем операцию «Пневмомолот». Взять под контроль выход энергии, чтобы безопасно отключить систему X. Вас понял.
готов. Ковровая дорожка понана, да? Ну да. А это за углом, блядь, сидит, прячется, ёбаная. Что за данные? Доступ к информации Nexus и источник по станции. Сборка завершена. Обзор. Nexus собирает, ремодулирует и выдает энергию цеха в мировом масштабе. Энергия добывается из планетного артефакта, расположенного глубоко под комплексом. Кодовое имя устройства системы X. Передача и модуляция внутри Nexus крайне нестабильна. Рекомендуется безопасная остановка. Гипотеза. Высокая мощность цеховский реактор. Точность 40%. Неизвестная система на антиматерии. Точность 4%. Неизвестная система на основе черной дыры. Точность 2%. Неизвестная система. 39%. Рекомендуется срочная остановка. Да хуя стрел на него потратил, надо забирать. Да куда ты ушел, ебаный? Сел гигабайт осталось. А что это такое вот это? Угроза системе. Охлаждающая башня работает в внештатном режиме. Бля, ну пиздец, ну сука, ну откуда ты взялся надо мной, тварь ебаная, блядь. Блядь, заново, блядь. Это пиздец, вообще ебать. Сука, я сейчас буду долбить, нахуй. Давай, нахуй, бери лук, сейчас у меня ебашу. Помечай всю эту шлоеботу ебаную, нахуй. Взламывай, нахуй.
Да ебать. А где там наверху были еще? Да ты охуел, ебать. Да читал я. Где, блядь, эти стрелы ебаные нахуй? Эми, граната! Да ебать, как ты меня видишь, сука, чумо ебаное, блядь. Да где патроны, блядь, хоть что-нибудь, ёбаный в рот. Сука, ёбаная непруха, блядь. Всё, нахуй. Блядь, ещё автомат уёбищный, сука, стреляет, блядь. Еле-еле душа в теле. Куда побежал? Упал, нахуй. О, блядь. Ой, блядь. Блядь, это вообще пиздец. Сука, ах ты мразь, блядь. Отток. И что, вот эту хуйню нельзя взломать? А почему? Блядь, патронов нету, ебать. Ёбаный в рот, блядь, ебучая жизнь конченая, блядь, этого. А, ща объебем их, подожди. Нихуя себе комплекс. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы мы смогли отключить Нексус. Я выйти, блядь. Что там? Запитан на Линьшане, или он родился там от похищенной энергии нашего ядерного удара.
Известно одно. Благодаря Альфе, Цефи больше не зависит от корабля как источника энергии. Можно было начинать вторую стадию. Боже! Что это за хрень? Возможно, это выброс энергии или космический сигнал. Я не знаю, я... Доктор! Совет директоров СЭЛ платит вашей команде солидную сумму. И вы говорите мне, что не знаете, что за штука стреляет с вершины нашего купола в космос? Разумеется, это как-то связано с прорывом защиты системы X. Но мне нужно собрать больше. Соберите все факты. Мне нужен полный отчет через час. За дело! Как туда попасть-то? А, ну вижу, да. Что это? Как туда тогда прыгнул? По этой хуйне, может? Ебанутый, блядь. Как добраться до туда? Там хуй допрыгнет. Только за поедем прыгать. Да ебать его в рот, что за хуйня? Чё, как? Как дальше-то? Вот. Нет, нихуя тут. Вроде ничего. Лютейшая хуйня, ну. Блять,
пиздец, нихуя сложный шифр. Да, блядь, да не получается, сука, а. Кто стреляет? Бля, нихуя себе. Да ебаный в рот, бля. Сука. Вот урод, а. Что так сложно-то? Бля, меня кончили, сука. Окей, Ромео один. Давай отключим систему раз и навсегда. Блять, на последнем был, ну сука. Блять, это заебало. Сука ебучая, блять. Ай, бля! Быстро, все очень быстро, я не успеваю тупо, блядь. Бля, теперь он мне достает, нахуй. Сука. Ну доставай до него. Ну. Бля, это что такое, да? Бля, ну вообще, я в ахуе просто. 20 гигабайт осталось, мне надо успеть раздефузить. Ебать его в рот, штука, ж будь ты проклята, блядь. Там вообще комбинация дикая, блядь.
Да, блядь, теперь ты, сука, по мне стреляешь, урод, блядь. Ой, блядь, какая тошная хуйня, да тошная. Ну возьми, сука, типа эту хуйню свою, блядь. Силу юзать, я ебал. Да уж. Это фиаско, братан. Неужели, блин? Давай, давай, брат, все, покидай зону нахуй. В этом месте что-то есть. Видение. Энергетические поля вокруг системы X нарушают медиацию между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущения дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения – предсказания, а не галлюцинации. Как скажете, Ромео-1, только продолжайте миссию. Слышите? Что, мне наверх надо, да? Сука, где стрелы все, блядь? Потеряны, блядь. Псих, я внутри. Взламываю систему безопасности СЭЛ. Настолько глупы. Альфа-Сеф. Нихуя себе, блядь.
Система X. Их источник энергии — это Альфа-Ц. Ах, чтоб меня, если твои видения правда. Значит, конец света близок. Нет, это значит, тварь на свободе. И я могу убить ее. Прямо впритык, у меня 5 гигабайт осталось памяти. Сама, да. Все, 4 гигабайта, 3. Снять с предохранителя. Бля, 4 гигабайта, давай быстрее заканчивай, Касян, у меня памяти нету. Мы только что развернули. Вас понял, выдвигаюсь в сектор. Все спокойно. Слышал? Здесь все чисто. Ложная тревога. Вас понял. Продолжить проверку периметра. Видимых объектов не обнаружено. Двигайся к следующей точке. Три гигабайта, бля. Наверное, показалось. А? Давай, гигабайта, быстрее! Чисто! Здесь тоже чисто! Не, никаких следов пророка. Поехали. Чернохвост дозорный, это Чернохвост 9. Деланси 4. Здесь он, у меня больше память сейчас кончится нахуй. Никак нет, Чернохвост 9. Восход Алой Звезды. 1 гигабайт, пизда. Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка. Прием. Подтверждаю. Восход Алой Звезды запущен. Прием. Вот дерьмо. Что с ним? Восход Алой Звезды. О чем они думают? Не знаю. Черт с ним, с пророком. Надо выбираться отсюда, эй? 0 гигабайт. Пизда. А как же тебе? Да черт с ним, догоним. Пизда, 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 пизда. Слышал о восходе Алой Звезды, псих? Нет, не приходилось. Сел не так-то легко. Ладно, пацаны, продолжим. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте.